Привет, с вами Вилсаком, и сегодня у нас наконец-то выпуск номер 3 долгожданного шоу «Спроси Вилсаком». Действительно долгожданного, потому что очень много вопросов от вас было, и спасибо за вашу поддержку, и спасибо, что вам все это нравится. Мы немножко лаганули примерно на недельку, как смартфон на Android, но теперь возвращаемся в рабочий режим, и шоу будет выходить где-то раз в неделю. Я надеюсь, по пятницам, ну, край суббота, ну, на самый край воскресенье, ну, понедельник, это уже вообще дедлайн. Ну, где-то вот в таком режиме. Собственно, еще раз напоминаю наши правила. Я рассказываю и отвечаю на ваши вопросы в 5 разных категориях. Это iPhone, iPad, Mac, Apple и Free тема. Вопросы вы задаете сами и сами же выбираете те, на которые я буду отвечать, просто голосуя за понравившиеся. Соответственно, те, которые набирают больше всего лайков, попадают уже непосредственно в это шоу. И вы знаете, несмотря на то, что шоу всего третий выпуск, я решил немножко изменить правила. У нас остается 5 категорий, но я решил, что один ответ, и вернее, один вопрос, и ответ на этот вопрос, а это очень мало, поэтому у нас остается 5 категорий, вопросов будет больше, и при этом я немножко постараюсь ускориться, чтобы сократить рамки этого шоу, потому что я не хочу, чтобы это пересекалось с подкастом. Подкаст в iTunes выходит, и, собственно, можете найти его там, он идет чуть дольше, и именно там я, такой, знаете, в фри-формате рассказываю об Apple, отвечаю в том числе на ваши вопросы, и чтобы это не дублировалось, я решил их немножко, знаете, так искусственно развести. Поэтому здесь будет много вопросов и не очень длинные ответы, а, соответственно, в iTunes там немножко другой формат, поэтому, собственно, вот так это делается. Ну что, я думаю, прям можно начать, я читать буду с iPad, да? Потому что много вопросов, и чтобы действительно быстро нам ускориться, я их все записываю сюда, и, собственно, здесь и читаю. И первый вопрос от Rex1Q, который спрашивает, брать ли сейчас iPhone 4S или ждать 5. Собственно, очень простой ответ. Как я надеюсь, мы с вами утвердились уже окончательно, iPhone нового поколения выйдет, скорее всего, в сентябре-октябре, не ждите его летом. Соответственно, если он выйдет в октябре, то сейчас более 5 месяцев до его выхода, да, и вы 100% успеете насладиться новым iPhone 4S, который у вас, собственно, должен появиться. А главное, что телефоны Apple на BU рынке, на вторичном рынке очень востребованы, вы сможете за хорошие деньги продать, хотел сказать, за недорого, нет, как раз за дорого, продать свой iPhone 4S, купить новый, и поэтому, собственно, потеряв именно ту разницу, которой вы успеете попользоваться, поэтому я советую брать iPhone 4S, если у вас есть на него деньги. Дело в том, что копить и чего-то ждать можно постоянно, потому что после того, как выйдет iPhone новый, появятся слухи об iPhone 6, 7, 8, и, в общем, всю жизнь можно прождать, и, я не знаю, вопрос в технике вообще очень важно именно успевать в ногу со временем. Следующий вопрос, и это Вилса. Я слышал, что какой-то сотрудник Apple сообщил, что Siri заговорит на русском в апреле. Поскольку вопрос задавался еще актуальным, был конец апреля, еще раз скажу, что апдейты iPhone, в смысле iOS апдейты приносят с собой новые языки, как это было с японским. С апдейтом iOS 5.1 появился японский язык, из чего мы делаем вывод, что русский язык может появиться только со следующим апдейтом iOS, соответственно, в 5.2 либо 5.1.1, вот что-то в этом роде. А для того, чтобы вышла новая прошивка, соответственно, должны появиться либо бета-тесты, либо если это какое-то минорное обновление, соответственно, это может выйти, ну, как-то вот случайно, но тоже обычно появляются слухи, поэтому не ждите, что случайно вдруг в мае, там, завтра, послезавтра появится русский язык в Siri, этого не случится. И я думаю, что ждать русского языка, наверное, уже в ближайшее время не стоит. Возможно, судьбу Siri и ее локализации мы узнаем на конференции Worldwide Developer Conference, которая пройдет с 11 по 15 июня в Сан-Франциско. Может быть, там уже Siri выйдет из бета-версии и, наконец-то, начнет полномасштабное шествие по миру. Может быть, нет, не знаю. Но, в общем, русского языка вдруг на iPhone не ждите. Следующий вопрос от Flynnlock. YKT, вот такой сложный ник. Вилса, меня интересует, как поживает твой iPhone 4S, как часто ты его роняешь, царапаешь и всячески измываешься над ним, есть ли у тебя чехол на iPhone, если да, то какой, и так далее. Знаете, решил сделать этот вопрос как бы топовым, да, соответственно, вот еще одно изменение, несколько вопросов будет простеньких, я буду на них отвечать быстро и на каком-то заострять свое внимание. Мой iPhone живет хорошо, вот он, собственно, здесь где-то рядышком у меня лежит, вот он, собственно, чувствую себя хорошо. По поводу чехла, я использую такой чехол, это Sena Ultra Slim, использую я их, начиная с iPhone 3G и не изменяю этим чехлам, собственно, как и iPhone, потому что они меня полностью устраивают и, на мой взгляд, отвечают основным требованиям, которые я предъявляю,
я уже заговариваюсь, предъявляю к чехлам для iPhone в том числе. Во-первых, это должен быть съемный чехол, потому что мне нравится сам дизайн iPhone, и я не хочу портить его теми или иными чехлами. При этом идеально выполняет защитную функцию, таким образом не царапается ни задняя крышка, ни переднее стекло, ни грань, ничего подобного. И главное, что сам по себе выглядит хорошо и сделан из кожи, в общем, и при этом он очень тонкий, действительно, это ультраслим, и поэтому он никак не увеличивает, собственно, само устройство в кармане или еще где-либо. И это, на мой взгляд, тоже очень важно. Поэтому ультраслим используйте, но на самом деле подделок под эти чехлы очень много, будьте осторожны, в том числе и от Сена, ну, вернее, под Сена, в том числе и от других производителей, очень просто нарваться на резинку плохого качества и, собственно, остерегайтесь подделок. А что касается дальнейшего использования, ну, никаких проблем, на самом деле, с iPhone у меня нету, я его и ронял, и, на самом деле, уже пару раз достаточно серьезно, отметин на корпусе, и главное, что там с каких-то сколов на стекле не появилось, и живет он припеваючи и здравствует. А с батареей тоже никаких проблем нету, после апдейта до iOS 5.1 он стал жить где-то 5-6 часов, я считаю, что при моем уровне использования это очень хороший показатель, потому что у меня пушится вообще все, что только может пушиться, и летит уведомление со всех сторон, это и почта, и всевозможные социалки. Поэтому это очень хороший показатель, 5-6 часов, я считаю, что Android там умирал бы за 2 часа, и, кстати, я тут недавно проводил тест, не скажу на каком устройстве, дабы вас всячески не раззадоривать, телефон просто не выдержал вообще никакой критики, с моим уровнем пуши, и он умер буквально сразу. Вот, собственно, и весь показатель. А других каких-то интересностей я вам не расскажу. Устройство работает и меня полностью устраивает. А я больше вам расскажу кое-что потом про новый iPad. И мы тихонечко переходим в категорию iPad. Это наша следующая категория. И первый вопрос звучит следующим образом от Рената. Может ли iPad заменить ноутбук, или же при использовании iPad будешь ощущать нехватку комба? Сразу скажу, я об этом говорю всегда. Apple — это компания, которая производит очень много техники, всевозможной, разнообразной, и у них четкое позиционирование. Есть iPhone, есть iPod, есть iPad, есть Mac, причем есть MacBook Air, есть MacBook Pro, есть iMac, есть Mac Pro и так далее. И все эти устройства, они, вы знаете, как вот по такой нисходящей идут, да, и поэтому одно никаким образом не заменяет другое и так далее, они все идут в дополнение. То есть поэтому это главная, наверное, маркетинговая составляющая успеха, в том числе Apple, потому что, выпуская разноплановые продукты, они их никак не пересекают, и действительно, обладая MacBook Pro, реально хочется купить MacBook Air, что, наверное, не происходит с другими компаниями, хотя, я не знаю, в принципе, люди тоже там Sony Vai очень активно покупают всевозможные. Ну так вот, основная мысль в ответе на этот вопрос будет следующая. iPad, конечно же, никоим образом не заменяет компьютер. И не стоит, наверное, обольщаться и думать, что купив самый крутой iPad, вы сможете там вот заменить компьютер. Нет, так не произойдет. И именно это сделано с подачи Apple, потому что iOS-устройство, соответственно, не может работать с подключаемыми там периферии по USB, не может распознавать флешки и так далее, и так далее, и так далее. Да, jailbreak в каком-то смысле дает эти все возможности, но это реально костыли, я советую этим не пользоваться. Проще купить просто iPad и в дополнение компьютер какой-нибудь дешевый или что-нибудь в этом роде. Если у вас есть стационарный компьютер, полноценный, который вы можете использовать и работать на нем именно как на компьютере, то iPad — это хорошее решение для мобильного, скажем так, интернета, для мобильных каких-то задач. Соответственно, вот такая связка еще туда-сюда. Если у вас есть ноутбук, то тоже iPad хорошее решение. То есть всегда компьютер должен быть какой-нибудь, пускай самый слабенький, пускай самый плохенький, но все равно должен быть, чтобы именно iPad являлся дополнительным таким улучшайзером и оптимайзером в каких-то вопросах. Но ни в коем случае не решайте, что iPad может заменить компьютер, такого не произойдет. Ай-ай, отключился iPad. Поехали дальше. Следующий вопрос от Рилей Фриман, который говорит, собственно, следующее. Здравствуй, Валентин, поздравляю с рождением сына. Да, кстати, спасибо вам огромное количество поздравлений получил с рождением сына, и это было просто вот прям вот очень много. И спасибо, показывал жене, всем от чистого сердца большое спасибо. Ответь, пожалуйста, на такой вопрос. Когда ждать the new iPad в России? Ну, собственно, как я и говорил ранее, никакого iPad в России в апреле мы не получили, и, скорее всего, в мае, возможно, тоже не получим. При этом странно, потому что Apple справилась со спросом на новый iPad и запускает активно продажи уже везде, где только можно, начиная от Южной Африки и заканчивая там Словенией. Россия, как всегда, в пролете. Почему так происходит, я не знаю. Возможно, у нас коррупционный фактор достиг такого апогея, что уже просто даже в Apple не могут бороться, и
я не знаю, как-то протолкнуть все это дело. Возможно, какие-то реселлеры грызутся за что-то, не знаю. Потому что Apple, по большому счету, не заинтересована в выходе нового iPad на российский рынок. У них и так его сметают везде, где только можно. И именно в выходе iPad и вообще любого Apple продукта заинтересованы в первую очередь реселлеры, которым это лишние барыши, почему бы не заработать на хайпе и на популярности модели. Почему он не выходит, не знаю, но, как я и говорил, в апреле мы его не дождались. Выйдет ли в мае? Ну, наверное, должен. Хотя, как вы, наверное, и раньше слышали, кто-то звонит, ситуация следующая, на самом деле. Перед тем, как выходит какое-то устройство, должны появляться устойчивые такие слухи, что оно рано или поздно появится. Раз такого не происходит с новым iPad сейчас, и, скорее всего, ждать его в мае тоже не стоит. Я бы, по крайней мере, не надеялся, чтобы потом не расстраиваться. Вопрос от Fatality через единичку следующий. Почему iPad дешевле, чем iPhone? И это еще одно нововведение в нашем шоу. Я предлагаю попытаться ответить на этот вопрос вам, собственно, в комментариях, как вы это и делаете. И лучший ответ на этот вопрос, возможно, самый остроумный, возможно, самый правдивый. Человек, который задал этот, ответил на этот вопрос, получит $10, карточку Visa Virtual на $10, которую сможет потратить в App Store, либо где угодно, и купить на эти деньги все, что угодно, потому что он становится полноценным правообладателем и вообще там, собственно, хозяином этой карточки. Соответственно, вопрос звучит так. Почему iPad дешевле, чем iPhone? Попытайтесь ответить на этот вопрос в комментариях к этому видео, и если я его выберу к следующему выпуску, четвертому, спроси Wilson.com, вы получите карточку на $10, соответственно, я зачитаю этот ответ и попытаюсь ответить на этот вопрос сам, и вот такой вот у нас теперь новый интерактивчик в шоу. Переходим, соответственно, к следующему вопросу, и он звучит следующим образом от Kobe1000, теперь через восьмерочку. Вилса, можешь, спроси Wilson.com 3, рассказать, как у тебя работает new iPad, как работает Wi-Fi, я слышал, что с 3G тоже проблемы. Соответственно, вот, собственно, вот он мой новый iPad, как видите, работает как минимум и работает неплохо. Я рассказал, наверное, все, что по большому счету хотел рассказать в ближайшее время о своем новом iPad в сравнении, которое относительно недавно появилось на канале, и смотрите, соответственно, все там, все самое интересное. Единственное, что, конечно же, давайте остановлюсь на конкретных пунктах более подробно. Во-первых, с Wi-Fi работает отлично, никаких проблем, как я и ожидал, не случилось. Вернее, я ожидал, что они могут появиться при перегреве устройства, например, после там 3-4 часов игры в Infinity Blade 2, либо в Sky Gambler, там Air Supremacy, который был показан вместе с новым iPad. Ничего подобного не происходит, я играл реально в Infinity Blade практически 3 часа, и все, собственно, Wi-Fi как работал, так и работает, и никаких проблем не возникло. Ну и, собственно, и в штатном режиме тоже никаких проблем не возникает. Что касается нагрева, обязательно об этом надо сказать. Знаете, он чуть-чуть греется. Я об этом уже много, на самом деле, где говорил и отмечал. Греется он не очень сильно, прям практически, вы знаете, чуть-чуть становится теплым, поскольку крышка у него алюминиевая, по умолчанию она такая прохладненькая, соответственно, становится тепленькой, но вот чуть-чуть он начинает греться. По сравнению с первым iPad и вторым, которые вообще не нагреваются, это, конечно же, можно сказать, что он греется. Но, знаете, на самом деле, iPhone 4 и 4S при игре в тот же Infinity Blade греется гораздо сильнее, серьезно. Вот возьмите свой iPhone 4s, поиграйте в Infinity Blade, и вы поймете, о чем я говорю. Он очень становится горячим. С новым iPad этого не происходит, и, собственно, поэтому я не понимаю тот уровень хайпа, который, собственно, возник вокруг этой всей ситуации. Но, собственно, то, что она очень быстро сошла на нет, говорит о том, что действительно не получилось раздуть скандал, и греется он не очень сильно, и работе это никак не мешает, в руках его держать комфортно. Возможно, у меня карма такая, возможно, мне просто везет, но ничего с ним не происходит. Что касается экрана, никаких засветов, желтых пятен и прочих проблем с экраном на моем iPad опять же нет. И в этом плане Apple немножко подняла качество планки с iPad'ами по сравнению с тем, что было раньше, потому что на iPad 2 все-таки очень часто встречались и засветы, и какие-то другие проблемы с дисплеями. Перейдя на формат Retina, они как бы решили этот вопрос, подняв качество вот этой планки, что само по себе тоже очень неплохо. Поэтому новый iPad я активно использую, и он действительно полностью уже заменил мой второй iPad, и никаких проблем не испытываю. И, наверное, уже очень скоро расскажу о нем все еще более интересно, более подробно в полном обзоре нового iPad. При этом хочу я сделать его, продолжаю хотеть сделать его в очень необычном формате, поэтому, наверное, скоро ожидайте, я постараюсь все-таки его сделать при все равно, конечно же, тотальной нехватке времени. И на этом мы закончим с iPad темой и переходим к Mac. Тут у нас не так много вопросов.
Однако тут было два практически одинаковых вопроса от Sam Wayne Show и от PC Gamer Pro 777. И оба они сводятся к тому: расскажи, пожалуйста, про Mac Mini, кому он вообще нужен и что это за гаджет от Apple, вообще что с ним делать. Вы знаете, это некое промежуточное решение между MacBook Pro и, наверное, iMac. Таким образом, это компьютер для тех, у кого есть хороший монитор, скажем так, при этом не нужна мобильность MacBook Pro, и они не хотят платить за моноблок в виде iMac. В таком образе хорошим промежуточным решением является Mac Mini. Это полноценный компьютер Apple, это полноценный Mac, на нем стоит такой же, собственно, Macintosh, как и везде, вернее, macOS, да, и там, соответственно, такой же жесткий диск процессоров, то есть это полноценный компьютер, только маленький. Очень хороший, я считаю, что это отличное решение для тех, кому не нужен, соответственно, MacBook или iMac, поэтому не бойтесь его покупать. В дополнение вы можете взять отличный монитор от стороннего производителя, если вы, например, не хотите брать Apple. Это может быть матовый дисплей, либо там любой другой, какой вам больше нравится. Поехали дальше. Следующий вопрос от Александра. У меня есть вопрос категории Mac. Будет ли обновление MacBook Pro этим летом и чего нового ждать? Об этом я неоднократно говорил в подкасте, и давайте, наверное, еще раз скажу. Да, скорее всего, новые MacBook будут обновлены в июне-июле. По крайней мере, я ожидаю анонса на Worldwide Developer Conference. В конце апреля Intel начали поставки Ivy Bridge процессора, и это, соответственно, новое поколение от Intel. И, скорее всего, так или иначе, сборка новых MacBook уже началась. Вопрос в том, получат ли они новый дизайн и Retina дисплей. Вот здесь очень серьезно надо к этому относиться, и я бы, в принципе, уже сегодня рекомендовал подождать 11 июня и уже после 11 решить, стоит ли покупать текущие MacBook, либо обновленные, стоят они того, не стоят и так далее. Поэтому то, что новые MacBook появятся этим летом, это однозначно, непонятно только в каком формате и что с ними будет происходить. Так, и последний вопрос на сегодня. Вилса, как ты думаешь, стоит ли ставить macOS 10 на PC? Дело в том, что macOS 10 на PC называется Hackintosh, и это такая хакерская сборка macOS для обычного PC. Там, на самом деле, все очень сложно, и в интернете куча ресурсов, которые расскажут о том, как это делать, есть сообщества, которые этим занимаются, есть люди, которые, в принципе, делают сборки Hackintosh шикарно на свои PC, и, собственно, лучше, чем на Mac живут. Я бы, знаете, как рекомендовал, если вы хотите просто ознакомиться с Mac, и у вас, допустим, подходит ваша конфигурация, потому что там есть определенный набор материнских плат и прочих компонентов, которым должны соответствовать ваши, соответственно, PC, чтобы поставить Hackintosh, если у вас получится, можно поставить чисто для того, чтобы понять, что такое macOS, и вообще интересна ли вам эта платформа, эта система, и хотите ли вы в ней работать. С точки зрения полноценного использования, я считаю, что, наверное, нет. Наверное, не стоит заниматься Hackintosh'ом, чтобы действительно там его как-то развивать, оптимизировать, тюнинговать, чтобы потом полноценно работать. Для этого, конечно же, в разы подойдет полноценный Mac, и не надо огород городить. Вот такой вот будет мой ответ на этот вопрос. Переходим в категорию Apple, и тут у нас очень много вопросов, поэтому мы тоже быстренько по ним пробежимся. Первый. От Dante27Dark. Как ты думаешь, сильно ли повлияла смерть Стива Джобса на Apple? Я тоже отвечал на этот вопрос, но решил еще раз его взять, потому что он получил много лайков. Дело в том, что смерть Стива Джобса однозначно повлияла на Apple, и главное, знаете, что не только на Apple, вообще на весь мир, так или иначе. Но, конечно же, это начнет проявляться через несколько лет, потому что сегодня все-таки Apple еще живет, скажем так, идеями Стива Джобса и теми наработками, которые были достигнуты при нем. И действительно, какое-то его отсутствие станет так заметно лет через 5, я думаю. Поэтому будем наблюдать, и на самом деле, вы знаете, очень интересно посмотреть за судьбой Apple именно без Стива Джобса, как справятся люди, которые сейчас у руля. Мне кажется, это очень интересная тема однозначно. Следующий вопрос от Monster Kill Moon. Валентин, как ты относишься к китайским подделкам под Apple? Вы знаете, очень хорошо отношусь к китайским подделкам, считаю, что это индикатор. Мне кажется, китайцы в этом плане, знаете, как муравьи или санитары леса, то есть показывают популярность продукта. Если каждая вторая подделка китайская так или иначе задизайнена под iPhone, это показывает то, что iPhone популярен, и это вот устройство, под которое надо делать подделки. Поэтому китайские подделки — это хорошо, и вы знаете, на самом деле китайские вот эти подделки, там по $100 iPhone с двумя сим-картами, с телевизором, будете смеяться, но это очень неплохие телефоны за свои деньги, серьезно, за $150 купить телефон на Android, например, с телевизором,
Очень круто. На самом деле, вы не найдете никакого брендового аналога за эти деньги однозначно. И есть целый, опять же, комьюнити, который исключительно покупает китайские телефоны и считает, что это отличный, оптимальный вариант, там, хороший телефон за эти деньги. И действительно, по соотношению цена-качество, китайские там подделки под iPhone очень неплохие, именно вот исходя из этой его категории. Но нужно трезво оценивать их функции, возможности, и качество и все остальное. И если вы готовы относиться к ним трезво, то это вот примерно вот такой вот хорошее решение. Следующий вопрос от BOSG1564. Вилса, будет ли телевизор от Apple? Телевизор от Apple будет, и опять же я говорил об этом в подкасте. Я сознательно отправляю вас в подкаст по многим вопросам, потому что, как я и говорил, я отвечал на эти вопросы более так фривольно, более, собственно, содержательно. Поэтому, если вы хотите узнать об этом, то слушайте подкаст, там все это есть. Я считаю, что название iPanel, о котором недавно говорили, о котором стало недавно известно, это полная лажа, и такого, скорее всего, не будет. А чем интересен Apple телевизор и что там может быть, опять же, смотрите, вернее, слушайте в подкасте. Следующий вопрос от Hardcore4857. Вилса, как ты думаешь о iOS 6? Будет ли она презентована на Worldwide Developer Conference 12? Какими будут нововведения? Вы знаете, я думаю, что однозначно она будет презентована на Worldwide Developer Conference в том или ином виде. Покажут ли нам ее полностью, дадут ли попользоваться, уже тестировать разработчикам, я не знаю. Но то, что они чего-то скажут, и мы что-то о ней узнаем точно. А в силу того, что давно не выходили апдейты iOS 5, и, собственно, на самом деле не характерная для Apple ситуация, когда вышел iOS 5.1, и на этом, собственно, пока все, я думаю, что работа идет полным ходом, и, скорее всего, все силы брошены именно на iOS 6. Я думаю, что как раз нас ждет очень много нововведений. На мой взгляд, возможно, вплоть до перерисовки интерфейса, соответственно, какими-то новыми фичами не ограничится. Возможно, что в iOS 6 именно сменится прям поколение. Посмотрим. Будет очень интересно посмотреть, что же из себя будет представлять iOS 6 на самом деле. Следующий вопрос от Monster Super Super. В RedWilson.com я слышал в игромании, что Apple в этом году собирается выпустить собственную консоль. И на самом деле такой же вопрос есть от Mega United 99. Как ты думаешь, Apple будет выпускать свою игровую консоль, как это делают Sony и Microsoft? И следующий вопрос от The Mouse US. То же самое про консоли. В общем, как вы видите, очень много лайков у этих вопросов, и нельзя на них не ответить. Вы знаете, консоль от Apple — это вполне реальная ситуация и вполне реальный гаджет. И, возможно, они нас будут удивлять не только телевизором, но и сразу какой-то игровой приставкой. Вопрос, на самом деле, в том, будет ли эта приставка конкурент PlayStation 3 и Xbox, ну, либо их следующим поколением, либо же это будет все-таки такая казуальная вещь, как Nintendo Wii или, соответственно, следующая приставка от Nintendo. А вот здесь очень сложно, потому что Apple все-таки, как мы знаем, не нацелена на про-сектор, на core игроков и так далее. Возможно, что махаться там, где уже занята ниша Xbox и PlayStation, им нет интереса. А вот отъесть кусочек пирога у Wii им было бы вполне себе под силу, и забрать под себя казуалки вполне реально, потому что решая вопрос с управлением, и, пожалуйста, весь App Store для iPad, все игры доступны на телевизоре, потому что то же самое ретинное разрешение нового iPad, да, 2048 на 1536 пикселей уже достаточно для того, чтобы закрыть HD на телевизоре, и все. Вы, в принципе, можете уже запускать игровую платформу, на которой изначально там 10 тысяч игр, плохо, что ли? Нет. А то, что она будет интегрирована с App Store однозначно, то, что она будет инновационной однозначно, вы знаете, то есть как бы сегодня Apple как никогда близка к игровой приставке. Я думаю, что ничего, в принципе, кроме, не знаю, каких факторов, не мешает им запускать игровую приставку. И вы знаете, я думаю, что недаром просто так посещал Тим Кук офис Valve и общался, возможно, а может, не общался с Гейб Ньюэллом. И, возможно, интеграция сервиса Steam как-то возможна. Поэтому я считаю, что, опять же, стоит ждать анонса. Скоро-скоро мы узнаем. И я не вижу, как бы, причин, почему бы эта приставка не могла выйти, а главное стать популярной. Потому что сегодня Apple на коне, сегодня они могут себе это позволить, сегодня у них это как никогда может получиться. Следующий вопрос от DarkSnork74. Вилса, расскажи, пожалуйста, на какие параметры нужно обращать внимание при покупке БУ iPhone, iPod, iPad и так далее. Это сегодня наш ключевой вопрос из категории Apple. Вы знаете, нужно разделять, конечно же, устройства. Во-первых, одно дело, когда вы покупаете БУ MacBook или БУ iMac, и совсем другое, когда вы покупаете БУ iPod, iPhone, либо iPad.
На MacBook больше, наверное, элементов, на которые стоит обращать внимание, это и целостность корпуса, и матрица, и клавиатура, и жизнь батарейки и так далее. Поэтому здесь, наверное, я сделаю как-нибудь гайд отдельный по этому вопросу, потому что очень много было техники на российском рынке, и не только на российском. Вообще, как я и говорил, была техника Apple очень востребована, и соответственно, это интересное предложение. На самом деле, если у вас не хватает денег полноценно на там, iPad какой-то, купить его в BU формате очень можно, выгодно и удачно, потому что, как правило, люди к технике Apple относятся бережно, и купить ее в хорошем состоянии больше шансов, чем какую-либо другую. Поэтому сделаю, наверное, гайд. Вот так вот. Хотел ответить на этот вопрос, но в последний момент передумал и сделаю гайд. Ждите скоро на канале отдельно для MacBook'ов и отдельно, наверное, для iPad'ов, iPhone'ов, iPod'ов и всего остального, чтобы вы не промахнулись, чтобы вы знали, на что обратить внимание, вот что-то в этом роде. И мы переходим к нашей последней категории, ребята, у нас осталось не так много времени, и это фри-тема, и вы знаете, отдельно, конечно же, хочу сказать про работу. Было куча вопросов о том, где я работаю, откуда у меня столько Apple девайсов. Но, во-первых, я большой кореш Гарына, поэтому, собственно, наверное, отпадает вопрос, откуда у меня столько iPad'ов и прочих вещей. Все достается непростым трудом. Но что касается работы, конечно же, я, как и все, да, наверное, пытаюсь заработать денежку. И, вы знаете, собственно, открытие этого канала, и таких вопросов тоже было очень много, как я стал заниматься чем-то подобным, открыл канал. Это как раз крик души, наверное, в каком-то плане, потому что нелюбимая работа и так далее очень сильно гнетут, и это, на самом деле, причина депрессии и прочих вещей. А делать видео и как-то делиться своими мыслями с людьми – это то, что мне нравится и то, чем я люблю заниматься. И если это начнет приносить хорошие деньги, если я смогу сделать это основным местом работы, это было бы для меня, наверное, самым большим счастьем после рождения дочки, сына, жены. Ну, в общем, где-то в топ-10 точно. Вот, поэтому, собственно, работаю, зарабатываю деньги, но если вы будете активно кликать на рекламу, то я смогу сконцентрироваться уже окончательно на YouTube-канале, потому что людей, конечно, очень много. Многое не получается и не хватает именно в силу загруженности другими вещами, в том числе это касается и количества контента, и его качества, в принципе, все решаемо, все возможно сделать, но нужно для этого очень много времени. Поэтому про работу мы, ребят, больше не говорим, я надеюсь, что я наконец-то ответил раз и навсегда на этот вопрос. Что касается фри-вопросов, их тоже очень много. Назови 50 объективных причин, почему ты не бреешься, спрашивает меня SourNT. Ну, во-первых, я немножко побрился. Во-вторых, я смотрю после 5 причин сравнения с Android с iOS и iPhone 4s Galaxy. Цифры растут. Было 10 причин, почему macOS лучше PC. Теперь 50 причин, почему я не бреюсь. Вы знаете, на самом деле, во-первых, мне с бородой лучше, серьезно. Тем более, что в последнее время морда моя стала расширяться. В силу того, что я забросил фитнес, хочу летом вернуться к этой теме и прокачаться, и немножко действительно скинуть все то, что накопилось за зиму. И главное, что в таком случае, то есть борода вообще мне больше идет, и как-то люди меня воспринимают с бородой более серьезно. А вторая тема, что бриться действительно мне не нравится, и в силу своей такой, может быть, природной лени, борода мне просто более комфортна, потому что я могу ее запускать, могу ее там как-то подстригать, как угодно. Но, в общем, борода – это лучше. Поэтому вот вам три причины, почему борода – это хорошо. Следующий вопрос от Maxi Bon Off. Как твоя жена-дочь относится к тому, что ты часто упоминаешь, что любишь смотреть порно, или они не смотрят твои обзоры? Ну, слава богу, дочка пока просто таких слов не знает, но, конечно же, они так или иначе смотрят мои обзоры, не без этого, и... Вы знаете, я считаю, что вот когда люди говорят так открыто, ну, конечно же, с иронией, с сарказмом, само собой, вы должны четко это фильтровать. О таких вещах я считаю, что это показатель их, ну, может быть, даже не искренности, а их отношения к этому вопросу. Потому что, знаете, когда люди, например, постоянно друг друга ревнуют, вот вам другой немножко пример, как правило, я считаю, что они сами изменяют и нечисты на руку, да, вот как-то так это выглядит, потому что я, например, жену не ревную, она меня не ревнует, и не потому, что я ее не люблю, а потому что, соответственно, я знаю, что она мне там не изменяет, она знает, что я не изменяю, и поэтому у нас нету проблем с этим, и мы друг друга постоянно по этой теме подкалываем, и, в общем, вот это показатель того, что здесь как бы все в порядке, поэтому примерно то же самое спорно, поэтому если люди там фапают с утра до ночи, не знаю, где угодно, то, конечно же, для них эта тема, скажем так, некомфортная, поэтому они на нее реагируют остро.
Поэтому, собственно, мой архив хранится в открытом доступе практически. Я топ-сидер на порнолаб и практически горжусь этим. Так, поехали дальше. Муха 1998 QWERTY спрашивает: Валентин, допустим, завтра Apple исчезнет совсем. Какой бы марки телефонов ты бы перешел и почему? Samsung, однозначно Samsung, потому что я считаю, что Samsung — это та компания, которая сегодня идет по стопам Apple, и знаете, как такой правильный подмастерье, собирает крохи, какие-то мысли и делает все примерно как Apple, и недавняя презентация Samsung Galaxy S3 тому показатель. Samsung как бы понял, в чем его, в том числе, ошибки и как сделать телефон популярным. Я, кстати, вел лайв-презентацию, и случилось это вдруг внезапно. Ее в итоге посмотрело более 7000 человек в лайв, чем я, наверное, в большей степени горжусь, потому что получилось вдруг, получилось, возможно, немножко сумбурно, но, как оказалось, достаточно интересно. И знаете, что самое интересное? Samsung Galaxy S3 мне даже в какой-то степени понравился, потому что они сделали фокус на софте. Вот он, кстати, показатель того, что сегодня телефоны не будут продаваться как железка, потому что ушло время, когда количество ядер и количество операционной памяти решало. Сегодня решает софт. И как Apple продает iPhone 4S только благодаря Siri, так Samsung попытался продавать Samsung Galaxy S3 благодаря S-Voice. Но дело в том, что они не уловили основной идеи Siri. А чего они там не уловили, я вас отправляю в последний выпуск подкаста, который, по идее, уже должен быть доступен в iTunes. И там практически 40 минут я рассказываю, почему, от чего и зачем, и что там с Samsung Galaxy S3. Пожалуйста, welcome, всех жду в гости. Поехали дальше. Как поживает твой Kindle Fire, спрашивает Pakles23. Лайка. А вы знаете, какая штука? Жуткий девайс на самом деле, вернее, даже сам Kindle Fire хороший, но то, что я с ним сделал, а именно установил ту самую кастомную прошивку, о которой мне рассказывали, на мой взгляд, просто угробило вообще весь функционал, и теперь это все лагает, тормозит еще больше, чем обычно, оттуда вылетает, здесь не работает, поэтому я буду сносить эту кастомную прошивку, ставить обратно стандартную от Amazon, и дело в том, что для меня не проблема там отсутствие русского языка, но все-таки то, что там происходит, когда стоит стандартная прошивка, более-менее напоминает работу устройства. С кастомной прошивкой это какой-то костыль, это какой-то, я не знаю, Франкенштейн, и выглядит все очень-очень стрёмно. Поэтому пока живет хреново, но я надеюсь на то, что мне получится оптимизировать работу с этим устройством, и он начнет выполнять свою прямую функцию. Следующий вопрос от Geek Cristiano Вилса. Мой вопрос на фри тему, к сожалению, не попал в этот эпизод. Расскажи, как ты зарабатываешь с YouTube, как ты стал партнером YouTube и так далее. Знаете, наверное, это вопрос так или иначе задают всем, кто занимается чем-то подобным и становится партнером. Стать партнером на самом деле очень несложно, и для этого надо просто делать то, что нравится, и главное, чтобы это нравилось людям, они подписывались. И как только вы пересекаете рубеж порядка 5000 подписчиков, так или иначе вы сможете стать партнером, либо обратиться в Google самостоятельно, либо же они обратятся к вам. Что касается заработка, ну, наверное, немного. Я не буду говорить, потому что похвастаться особо нечем. Вот. Но опять же, кликайте на рекламу, чтобы, может быть, скоро я рассказал, что я зарабатываю до хрена денег, и, не знаю, всем нам от этого стало хорошо. Поэтому делайте то, что нравится, делайте так, как вам это нравится, и главное, с душой, с каким-то, может быть, таким вот... С одной стороны, очень серьезным отношением, с другой стороны, не надо делать это из-под палки. Серьезно, потому что я долго собирался сделать спросивился.com 3 и даже сделал. Представляете, я сидел точно так же и на эти же вопросы практически отвечал там те же 40 минут и посмотрел, а мне не понравилось. А именно не понравилось, потому что я пытался успеть и уложиться в дату, и получилось плохо. Серьезно, может, сейчас тоже получилось плохо, я не знаю. Но да, я посмотрел и понял, что нету искры какой-то души, и, может быть, как-то это вот выглядит именно очень так с натягом. Именно это очень плохо. Поэтому если делать все в удовольствие, с душой и в кайф, то, соответственно, вы сможете накопить большое количество подписчиков и, соответственно, стать партнером YouTube. Единственное, конечно, что отличаются очень сильно каналы, потому что есть вопрос, когда делаешь очень просто. Например, сейчас очень много Let's Play каналов на YouTube, где какие-то странные ребята, ну, такие, скажем, ничего не буду, наверное, плохого о них говорить, просто, ну, они свою нишу забирают, да.
Они играют там 3 часа, нарезают из этого 15 минут, выпускают по 33 серии и на этом, в принципе, неплохо зарабатывают. Наверное, это хорошо, но я все-таки считаю, что наш YouTube уже немножко повзрослел и надо что-то более серьезное делать. Я сам пытаюсь сделать что-то серьезное, хотя получается наоборот, но я надеюсь, что скоро игровой канал тоже будет немножко развиваться. Если вы еще не подписались, подписывайтесь, Wilsa Games, опять же, welcome. Там много и тех же летсплеев, и обзоров, и всего разного интересного. Так, следующий вопрос от Фуфегг. Вилсон, назови свой топ-10 приложений в App Store. Вы знаете, я так или иначе рассказывал о тех приложениях, которых пользуюсь в разных спешалах. Это был спешал по поводу айфонов, спешал по поводу айпэдов, вернее, спешал о подписчиках, но я там рассказывал о своих айфонах, айпэдах. И, в принципе, из моих комментариев, наверное, так или иначе можно сложить какой-то топ. Не буду делать, потому что он постоянно меняется. И я использую разные программы в зависимости от моих текущих потребностей, моих текущих, там, не знаю, каких-то жизненных ситуаций, и в какой-то там неделю у меня в топе вообще одна программа, а потом я ей не пользуюсь никогда. Поэтому не буду, наверное, об этом говорить, но тем не менее, я в подкасте запустил интересную рубрику, на мой взгляд. Я там говорю о тех приложениях, которые я поставил и потестировал на этой неделе, и на которые обратил внимание, и так или иначе как-то с ними, соответственно, взаимодействовал. Поэтому, если хотите узнать, какие программы я использовал, и для чего, и зачем, и что я о них думаю, опять же, слушайте мой подкаст в каком-то смысле. Следующий вопрос от Mr. Good Noise. Вилса, расскажи, как ты смотришь футбол на iPad через Sopcast. Вы знаете, у меня было на самом деле видео о том, как смотреть Sopcast на Mac. Его заблокировал FIFA, серьезно, потому что мне понравилось, во-первых, наверное, то, что вот таким вот образом я несу культуру пиратства в массы, может быть, еще почему-то. На самом деле это очень просто делается. Вам просто нужно скачать O-Player HD, причем можно скачать бесплатную версию, но правда она с рекламой, можно заплатить денежку. И дальше вам просто нужно ввести адрес, свой IP-адрес своего компьютера с запущенным сопкастом. И после этого вы добавляете после двоеточия 8080 и смотрите свой, соответственно, любимый матч. Я об этом, опять же, подробно писал в Твиттере, поэтому если вы хотите знать вот подобные инструкции и какие-то новости из Apple, то подписывайтесь на мой Твиттер. Вот такие вот у меня получаются отсылочные ответы, но тем не менее, конечно же, так или иначе, я отвечал на многие вопросы, и тот форум, который я хочу сделать на Wilsa.com, наверное, в том числе будет служить тем же целям, и там будет аккумулироваться очень много информации, чтобы она вот разрозненно не болталась по разным ресурсам, чтобы там мы с вами могли действительно накапливать какую-то базу знаний и отвечать на те или иные вопросы. Соответственно, я сам буду принимать активное участие, вы будете делиться своим опытом. Мне кажется, что это очень здорово, и это единственно правильный вариант и выход из сложившейся ситуации, потому что мне действительно интересно делиться своим опытом с людьми, и соответственно, я вижу отклик, это самое главное. Вот, наверное, и все, о чем я успел рассказать и на что хотел ответить на этой неделе. Ну, вернее, это получился такой сборный двухнедельный выпуск, но я, как еще раз как говорил, еще раз повторюсь, я планирую все-таки выйти в режим раз в неделю, поэтому не унываем вместе, и я вас поздравляю с наступающим, либо наступившим праздником 9 мая. Я считаю, что это действительно светлый праздник, и он касается всех, вне зависимости от любых там тараканов в голове. Поздравляю, ничего желать не буду, потому что, ну, наверное, не тот повод, да? Спасибо, что смотрели это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Twitter, там все самое интересное. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, там, опять же, куча контента и действительно очень много вопросов, в смысле людей, которые готовы ответить на ваши вопросы, и за это им огромное спасибо. С вами был Wilsa.com, и увидимся уже совсем скоро. Пока!